Скандально известный миллиардер Сергей Полонский в ближайшее время может лишиться своих райских островов в Камбодже. Тех самых, в джунглях которых эпатажный толстосум долгое время прятался от следователей. Арестовать золотые пляжи требует бывший адвокат богача Александр Добровинский. Дело в том, что разрыв деловых отношений между юристом и его именитым клиентом вышел бурно. Они даже судились в Лондоне. Фемидов встал на сторону адвоката. Ему назначили солидные отступные – 5 миллионов долларов. Сейчас счета от бизнесмена арестованы, но обязательства есть обязательства. Теперь Добровинский собирается попросить власти королевства Камбоджи пустить острова с молотка в счет погашения долга. Ведь их нынешнему владельцу следить за загаром все равно некогда. Полонский – фигурант уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения.